Мода – это не только вызывающие образы. Участники форума «Югра многонациональная» показали традиционные народные костюмы. Вот что всегда вызывает интерес. Наш город Урай представлял наряд «Карматские узоры Тобольского севера». Звучала фольклорная песня «На фартучках, фартучках, золотые гребешки». Мы представили на конкурсе «Фэшн-мода» свадебный обряд Архангельской губернии, когда с девушки снимали девичью повязку и одевали женский головной убор, платок. Пока одни устраивали красочное шоу, другие делились опытом на семинарах и круглых столах. Делегаты искали новые подходы и формы работы по сохранению и развитию доброжелательных этноконфессиональных отношений. Уже пора выходить на российский уровень, проводить такие съезды. Мы не будем останавливаться, то, что мы сделали. Мы будем продолжать работать дальше и дальше и дальше. Делились своим опытом и национальным наследием и на выставке, которая работала в течение всего форума. У каждого города своя изюминка. Украинцы, белорусы, азербайджанцы. Весь наш многонациональный округ объединяет гостеприимство. А какой символ гостеприимства? Конечно же, самовары. И каждый из этих самоваров имеет свои особенности. Есть дорожный самоварчик, который брали с собой ямщики в дорогу на две персоны. Есть самовары, ну, понятно, с трубой, угольные самовары есть, их много. А вот есть самовары керогазовые, то есть на газу. А на выставке Лангепаса любой желающий мог угоститься из 42-литровой чайной машины. Самовар наш пользуется успехом, так же, как и чай. Буквально за вчерашний день два таких самовара нам пришлось вскипятить. И было выпито. И сегодня вот уже, ну, вот здесь вот столечко. И, конечно, сырки «Дружба» пользуются успехом. Это уже вторая корзина заканчивается. Еще одна изюминка выставки Лангепаса – ковер «Дружбы». Участники форума писали на лоскутах добрые слова и пожелания, которые затем сплетались воедино. Однако «Дружбу народов» символизировал другой элемент выставки. Центральной экспозицией выставки у нас является модель действующей нашей аллеи дружбы народов. Этот символ дружбы народов из прошлого в настоящее. Еще одна экспозиция, на этот раз от урайцев. Познакомиться с многочисленными народами можно было благодаря куклам. Мы представляем коллекцию кукол ручной работы. Это был подарок на 50-летний юбилей города Ураю от национальных сообществ нашего города. Всего 26 кукол. А по паре женский и мужской костюм национальный. Покачевцы на выставке раздавали шары с гербом любимого города, а также знакомили пришедших не только с культурой и национальными традициями, но и с языками разных народов. Терепеветас. Доброго дня. Так мы здоровались на нашей выставке. Представлен город Качи. Наш город многонациональный. Я представляю эстонский народ. А я представляю украинский народ. Всего в форуме приняло участие более 20 делегаций округа. И каждая наглядно показала, что Югра поистине многонациональна, и все народы могут жить бок о бок в мире и согласии. Ксения Голубцова, Андрей Бучинский. Специально для новостей.